Накануне праздника Благовещения в одной из наших пятигорских семей случилось большое испытание. Вы слышали? Сгорел дом у семьи Козловых. Казалось бы, благая весть, но они тогда не праздновали. Они сами едва спаслись, а теперь остались на улице. И попрошу моих помощников, и сегодня благословляю, раздать вот этот небольшой флаер об информации об этой семье и о том, что мы объявляем сбор пожертвований в их пользу. Мы поможем вернуть им дом. Впереди еще есть время до зимы. И очень хотелось бы, чтобы к зиме они справили новоселье в доме, который мы вместе с вами поможем им восстановить. В нашем городе, где чужих нет, где все свои, где одна большая семья.